Итак, друзья, всем доброго времени суток, с вами Михаил, вы на канале Bael Stream. Продолжаем мы прохождение BioShock Infinite, спасать нашу девушку. Так, что у нас по оружию? Припомнить бы... А, тут еще я смотрю, под каждый скилл, в общем-то, своя мана. Так, у меня имеется дробовик. Ага. И у меня есть винтовка. Так, ну, поехали. Вспомним все по ходу пьеса. Мы тут куда-то бежали. А, колени преклони, пророк, и Бог ему тотчас изрек. Эдем, парящий средь небес, славейший станет что-то там. В общем, ладно. Так, я понял, то спиннером бить. Найдите шок-жокей. Да, в общем-то, друзья, вот пока идет запись, сначала по поводу стримов, кто следит за каналом, скоро потихонечку будем нормализовывать стабильность. Так, у нас утра... О! А где мои вороны-то? Зашел я, в общем-то, пописать. А где мое вранье? Ну ладно, это дробаш, а это? Это телекинез. Нормально, в общем, нормально. Использовать раковину сзади, короче. Ладно, давай вперед. Тут посмотрим, что... Да, нам надо, кстати, полторашечку, чтобы скиллуху... Ага, спасибо за монетку. Чтобы скиллуху, короче, прокачать. 1500 есть, отлично. 1575, если я не ошибаюсь, что-то, или 1545. Я вот не пойму, а как мне поменять? Поменять мою скиллуху, где мои вороны? Так, спасибо. Смотрите-ка отмычку. Элизабет. Благодарствую. Так, что у нас тут есть? Что-то сыкотно. Так, еще бабосики. 5. Чего? Нужно отмычек 5, скрыть замок не получается. Блин. Ну да ладно, да ладно. Тут есть особая одежда, короче. Так, у нас ботинки, излишества, убийство с избыточным уроном оглушает соседних врагов. Показать сравнение. Увеличивает скорость при уклонении, действует при движении в сторону назад. Ну давай наденем снаряжение, может быть, будем оглушать. Посмотрим, как оно пойдет. Так, бананы. В общем-то, на этом все. Ты что, будешь хлебать? Ух ты, ё, как лошадиная сила-то. Не, оправдан смотреть. Дикий мустанг. Подбросить врагов в воздух. create an eruptive... Я вот что-то не догоняю. А воронов я заменил, получается, что ли? Так? Мы нанесем удар и проучим этого Корнелия Слейта. Вы все еще считаете его героем войны, но позвольте кое-что прояснить. Корнелиус Слейт никакой не герой. Так, ну ладно, ладно, я понял. Он столько лет прожил в Фингтоне, что стал одним из них. Слейт мечтает, чтобы Колумбию заполнили индейцы и косоглазые, чтобы они жили в ваших домах и сношались с вашими женами. Ух, прям как все. Теперь он... Чего он спрятался в зале героев? Мы вытащили его оттуда живым или мертвым? Когда придут канонерки, мы начнем штурм и выбьем ублюдков. Мы вернем домой. А, мы вернемся домой к ужину. Ну чё, можно стрелять-то, нет? О, сапоги сработали. Короче, без головы. Так, ворон. Чё, где ворон? Кто помнит? А, вот он, вот он. Косой, Михалыч, косой. А вы считаете справедливо, да? Тут у меня воронье отняли, короче, против меня еще используют. Где лупемет? Ну давай, давай. Ну и все, делов. А, надо было бы, видимо, его только завалить. Блин, оружие, ё. Так, карабин подобрали, патроны. Денежка. Не надо было, короче, видимо, когда ворона, чтобы остался, вот этот скилл заменить. А получается, поднял воздух, переключился на воронов и воронами догрыз. Было бы вообще эффективно. Может, как-то можно там скиллухи-то менять? Я, видимо, что-то не отдупляю, да? Да, мы сейчас пойдем туда, пойдем. Сейчас немножечко здесь посмотрим, что можно собрать такого интересного, полезного. God makes all kinds of soldiers, but he only made one Cornelius Slate. My father father followed him up San Juan Hill, through the legations in Peking, and as he put it, through hell the order was given. At today's muster, Slate asked me if I was Sergeant Monroe's daughter. I said, yes, sir, I am. Slate said, your father always wanted a son. I hope the fool has wisdom enough to recognize his good fortune. Надо, знаете что, посмотреть, как снаряжение вообще, ну, экипировка, где можно поменять, что-то сделать. Смотрите, бабосики, удлинитель обойма. Гранатомет, увеличенный урон, улучшение точности пулемета, обойма гранатомета. Увеличенный урон от снайперской винтовки. Благодарствую. О, ваты сахарные нажрались, отлично. Так, а ты мне не скроешь вот эту дверь-то? Нет проблем, Гаррет. Ну давай. Так, еще отмычку мы нашли. Смотрите-ка. Да, вот такие вот схрончики полезно открывать. Еще бабосики. Так, рубашка. Точность на аэротрассах повышается. Что у меня? Показать сравнение. Огневое. Так, сейчас используется рубашка огневое. Рубашка огневое, да. Обойма для что-то там на 75% увеличена. Просто давайте возьмем. Так, а теперь настройки. Как вызвать меню? Надо посмотреть. Использовать. Так, голософон. Выстрелить, применить энергетик, но это понятно. Другое оружие. Открыть. Так, перезарядка, рукопашка. Циферки. Интерфейс О. Во. Вот она, видимо. Так, это снаряжение, ладно. Пулемет. Дополнительные... у меня смотреть на пулемет улучшение стоит. Наносит на 35% больше урона. На карабин ничего не ставит. Шок-жокей, отражатель. Можно улучшить. Вот я хотел бы воронов, а как можно? Е-прокрутку. Слушайте, а как мне это сделать-то? Можно улучшить? Одеть-то я не могу, что ли, ни хрена? В общем, мне надо этот пулемет брать. Смотрите, еще на пулемет снижает разлет при стрельбе из пулемета на 70 монет. Блин, на все деньги нужны, а? Давай попробуем пулеметом побегать. Его, в принципе, не кисло можно прокачать, скажем так. Сейчас гранатомет найду. Скажу, давай с гранатомета бегать. Дробаш, по сути, вообще сам по себе эффективный. как бы ближний бой, дальний бой. Так, они отключили. Так, мы пойдем туда, наверное, трасса что-то. Сначала придется снять с ней груз. Ту-ту. Ты не видишь, говорит, какие-нибудь припасы? Попробуй на скрипсти. Готово. В зале героев найдите шок-жокей. Мне бы вот эту скиллуху поменять. Что-то я, видимо, совсем не отдупляю, да, в настройках. А она за мной? Я надеюсь, что она за мной. Так я хотел с враньем побегать, прям вот печаль. Ну да, попрыгаем, побегаем. А далее это я не смогу уже идти. Да, как бы там тупик. А, Слейт, я знаю этого парня, у него редкий талант наживать врагов. Ладно, бабусики пока поберегем, там посмотрим, может, что-то поинтереснее прокачаем, знаете, как бывает. Нажмите удерживать, чтобы взять гранатомет. Ну я же говорю. Достижение только в путь открывается, на самом деле. Глазфон вот эти берем. Что-то он там, короче, возникает. Ну ладно. Хрена себе. Ты чё, обалдела, что ли? А чем мне в ближнем бою-то драться? С гранатомет, что ли, кромсать? Чё, где я знаю? Тихо, монетки, я вижу монетки. Оп, 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 оп. Сейчас будем белки в глаз. Братюнь, ты нам что даешь? Боеприпас. Для карабина. Так, гранатомет. Давай-ка возьмем. И для снайпа. Он всегда был таким, то ли дурак, то ли герой, и ведь не скажешь, что опаснее. На самом деле, не очень приятное оружие взял. А кто грудью встанет за народ, за Господа кровь прольет, тот в зал героев пусть войдет и честь и славу обретет. Ты прям, блядь, поэт. Ну, снайперская мощная, реально мощная, ну, как бы с патронами, да. Взять гранатомет, ну, не будешь же ты в одну цель гранатометом лупить. Надо, короче, видимо, определяться с какой-то одной целью в плане ношения оружия, торгового автомата. Труп убит хорном. Вот я хотел вот прокачать, а получается у меня воронов-то нету теперь. Блять, ну... Как мне на воронов поменять? Обойма гранатомета увеличивается на 50, урон увеличивается, а снайперской здесь нету, блядь. Короче, попробуем пока так. Это он? А, братки, дайте-ка я вам. Так, пулемет. Дробаш. Плюс к ловушке воронов. Ладно, я, короче, возьму, я так думаю, продано. Добавлять небольшие грозди, увеличивать тем самым дальность и силу поражения. И, в общем, я попробую с этим потом как-то разобраться, может, поставлю. А тут надо уже стволы улучшать, а я ни хрена еще ничего не сделал. Пророк, наш отец Комсток, командир 7-го кавалерийского полка. 7-м полком командовал не он. Черт, я его там вообще что-то... Ты ведь всегда был другим, Букер, ведь так, ты искал славы. Ну, это про меня, по наемнику, говорит. Я вижу, у вас тут заварушка, мы просто отчет там. Это жестянщик Комсток. Бить моих парней, но мы не умрем от его руки. Нам осталось лишь выбрать, как мы умрем от рук настоящих солдат или жестянки. Это ты, что ли? Возьмем запас мана. Короче, гранатомет тема. Так, найдите шок-жакей. Так, дайте-ка я переключусь. А, это с солью всего лишь. Я уже думал, какая-то скиллуха, знаете, новая. Может быть, стоит, знаете, что увеличить обойму для снайпы. Так, отмычка. Что мы возьмем? Щита, солей, здоровье. Давайте здоровье. Perfect. Так, отмычки тоже радует. Прикольная такая серия, разнообразная, и шмоток, и скиллухи. Я попробую снабжать тебя бинтами, патронами, но я всегда что-то найти все, что нужно. Короче, в общем, подруга полезная. Ты давай мне только туфту не впаривай. Ну, как бы по теме. У меня вот оружие такое. Давай по теме. Все как бы снайпа заряжено. Так, и сюда можно, да, заглянуть, по сути. Ух ты, ёптать, индейцы. Победите людей Слейта. Этот жестянщик присвоил себе подвиги настоящих солдат, а ваш спутник, юная мисс. Ух ты, блин. Бам-бам-бам. Какой-то ритуал там, бля. Так, подожди, мадам. Надо тогда назад вернуться. Потому что идти по одной ветке как-то неудобно, а сзади мы можем что-то упустить. А вообще, ребят, советую поиграть в эту игруху. Хлоп башки нету. Очень-очень интересная. В отличие от других частей, мне вот это более понравилось. Вот я прохожу и офигеваю. Она, как бы, скажем, еще разнообразнее, что ли, по мне так. Новый предмет брюки жар птица. При прыжке на аэротрассе шанс 100% поджечь соседних врагов на 3 секунды. Жертва получает 400 очков урона. А у меня шанс... Так, 70%, что враг, убитый энергетиком ловушкой, станет призрачным союзником. Просто возьмем его и все, да? Еще бабосик возьмем. Радио. Ну, кнопка Z, конечно. Так, ладно, давайте. Воем и криком воздев что-то там. Но наши солдаты разбили врага, и кровь дикарей обогрела снега. Ты был там, что-то водом, я вижу по лицу. Где там-то? Чего вы на меня насели-то? И, Букер, как вы шли по полю боя с спартанцами, крики у меня до сих пор. Ты ж, где ж ты стоишь-то? О! Братюня, врагу не сдается наш гордый моряк. Иди-ка сюда. Можно, короче, просто без прицела шмалять. А вот это вот уже... Прям какое-то западло. Нормально так подкрался ворон. Если снайперку так, скажем так, апгрейд сделать... Сейчас я тут немножко скоординирую. Слышь, как идут жестянщики Комстока, чтобы закупить что-то. Снайпа будет ничем не хуже, чем остальное оружие. У нас сохранение было. То есть даже без прицела, вот еще раз повторюсь, да, вот это оглушение вообще шикарно. Так. Вот, вижу дорогу. Типа вы подрались и уходить, что ли? Ну давай. Кто там? Кто стучится в дверь моя? Видишь, дома нет никто. Мадам, если что, мне патрона. А, да, вот сейчас бы улучшение бы, да, какое-нибудь забабахать бы. По теме снайперки, пожалуйста, только снайперку дайте. Не, мне не надо дробовик. Так, вот увеличенный урон карабин. Но, опять же, это карабин. Нахрен он мне нужен? Так, гранатомет наносит. Обойма гранатомета увеличена. Вот нужна она мне? Блин, а? Может, это карабин? По сути, та же снайпа, только, ну, прицел снайперский. Что там случилось? В Пекине я и мои солдаты спалили весь город. Конечно, Комсток излагает эту историю иначе. Бум-бум-бум-бум. Подожди, давай сюда заглянем. Если нас пока с другую сторону, надо заглянуть в соседнюю комнату. Вот, возьмите, удержите, чтобы взять карабин. Атлантический шторм, да, при убийстве противника с аэротрассы у вас нет. Мне не надо с аэротрассы, так, слиток. Радио включим, карабин. В общем, пока прокачиваем все, что, скажем, доступно. Я вроде прокачиваю энергощит, у меня, по идее, должно быть очень много. Механический патриот. Слушай, ты прямо, давай-ка налево свернем. Я читала про это, Комсток повел колумбийцев на Пекин и... Что, что, где, кого? Кого позвал? Погоди, погоди, повиси. Мать вашу, какой он здоровый-то, а? Ты оказал ему услугу, Букера, позволил умереть достойно. Я не просил тебя об этом, что-то так. Почему это пока диалоги? Вернись, что-то там. Да подожди, ты дай мне тут бабосики. Сохранение профиля. Ну-ну. Нет, я должна иметь право выбора, что бы это ни стоило. Так, опять идет сохранение. Видимо, мы сейчас будем снимать. сгорел от электричества, пацан. Так, ну что, теперь куда? Победите людей. Ну да, это поставим задание. Куда идти-то? Найдите Слейта за памятником первой леди. А ну-ка на тебе, со спиннера-то в череп. Блять, ну спиннер это вообще, конечно. А ведь никто не знал, да, наверное, те года-то? Ты видел, что Комсток сделал с моей историей, а теперь посмотрим, как он переписал свою. Погодь ты, тут деньги, блин. Ой, красотища, блин, красотища. Вот сейчас графу, да, делают все видеокарты, покупать. Смотрите, как красиво, даже на те года делали. В книгах нет ничего об этом ребенке. Она предысторию рассказывает. Вряд ли о нем просто забыли. Думаю, это не случайно. Он мне кто-то, кстати, писал, что есть на русском. Но, ребят, патчи я не ставил никакие, чисто вот. Карабен. Чисто как Steam я купил, русская озвучка, то есть не озвучка, субтитра и менюшка. Точнее не купил, а подарили мне. Убила мою любимую, на ребенка я не отдам, пророчество сбудется. Семя пророков зайдет на трон и пламени. Хочешь, чтобы ты... Так, а я, допустим, хочу щенка, и что с того? Да я хрен его знает, что с того-то. Ты дверь-то нам откроешь? Ты, говорит, по твоей чести. Убийство леди. А, это леди Комсток. В общем, еще дверь не открыл, подругу уже здесь, Анна. Нет, ты нормальная? Ты слишком большой, я вот тут пролезу. Я разведу, что там, посмотрю, можно ли пройти. Может, ты дверь откроешь, не? Ага. Разрыв, я могу такие. О, грузовой крюк очень кстати. Кажется, их там много, когда я нервничаю, сразу появляются разрывы. А, можно добыть пушку и укрытие. Пулемет и турель. Во! Благодарю. Сейчас, наверное, меня смотрят и думают, вот ты нубяра, как ты играешь, да? Блин, уж хватит эти разломы делать. Ну, как бы хватает того, что перебрался, до бега стреляй. Еще надо было грунтомет ставить, да крошить их. Нормально поставил торговый автомат. Удлинитель обойму для пистолета. Ну, за каким хреном ты мне пистолет-то? Дешевый гипнотизер. Так, плюс к поцелую. Увеличенный урон. Давайте возьмем, наверное, увеличенный урон. Не, ну а пускай будет, что, лишний, что ли? Ну ты охренел, что так появляться-то? Блин, ну у меня всего есть. Пушка тут автоматическая. А ну-ка на тебе с гранатомета-то. Все, закончился. Все, благодарство. А вон еще соли есть. Открывай лучше. Ой, да, что-то... Что, зачем мы пришли? Что-то там. Все, говорит. Давай, давай, смотри, скрывай. Нифигово там, нифигово. Так, ну слушай, короче, ладно, я готов. Да давай его убьем. Найдите Слейта. Что? За памятником первой леди. А куда она бежит? Вот здесь. Разберитесь со Слейтом. Все, что ли? Пошла жара. Явился. Явился, да. Это Слейт, сражайся за свою страну, при что-то там, а это Слейт. Just give us the vigor. We don't need to do this. Here you go, boys. A soldier's death awaits. Как обычно, сначала своих парней позовет. Давай, давай, сам. Братуха крепкий. Поймай, говорит, боеприпас. Кого он там призвал-то? Кого-то он призвал, видали? Здорово. Ну почему ты нам бабочков не дашь, а? Ну, и куда? Все понял. Долго я буду за ним бегать-то? Вон, лук взять со стрелами и пойти рубить. Здрасте. Вот бегуны-то. Где подруга? Подруга, дай мне патронов-то. Бежит, бежит. Еще не все, солдат. Съешь все, что лежит на тарелке. Прикончи ее. Пощадить Слейта, убить Слейта. Держи, пацан. Ты уж прости, но... Получить шок-жокей. Ух, сейчас что-то будет невероятное. Ты, блядь, колючки прям какие-то из меня ползут. А, надеюсь, того стоило стоять. Электричеством, разрядом что-то нажмите, отпустить, чтобы создать электрическую ловушку. А, вот оно что, Михалыч. Ну вот, я же говорю. Будем электричество, ребят, теперь хреначить. Вообще, мне бы надо сохраниться. Похоже, энергетики очень сильные, что-то там, спасибо. Да, выручаю, да. Кто стучится в дверь моя? Я получил свою заветную молнию, в общем, ребят. Как вы видите, она очень эффективна. Вот прям очень. Ага, 800. Надо бы, короче, мне закругляться, по сути. А, вот сюда вот, все. Под хорошую музыку. Друзья, было сохранение как бы контрольной точки. Я на этом попрощаюсь с вами. Все-таки, чтобы не затянулась дальше серия. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за комментарии, за лайки. Пишите, какие еще вы там при бабахе придумывали. Какое оружие эффективное, скажем там. Может быть, оно все. В общем, пишите ваше мнение. А всем давайте... До новых встреч, здоровья вам, хорошего настроения и пока.